Сегодня для правоверных мусульман завершается пост месяца Рамадана праздником Ураза-Байрам. Один из самых важных праздников в исламе. Рано утром молитвы прошли во всех мечетях мира. Верующие празднуют его 3 дня и готовятся к нему основательно. Убираются в доме, готовят традиционные блюда. Встречают праздник последователей ислама в нарядной одежде. В праздник Ураза-Байрам заведено ходить в гости к самым близким людям и преподносить друг другу подарки. Особенно стоит угодить самым маленьким членам семьи. Считается, в эти дни нужно совершать как можно больше добрых поступков, чтобы очистить свою душу.